Комментатор фильм. Ну как вам фильм? Очень. Комплименты, брависсимо! Большое спасибо, для меня это очень важно. Questo è un film che avevo cominciato a fare in un periodo in cui mi perdevo. Это фильм, который я начал снимать, создавать в тот период жизни, когда я терялся. Per le strade di Roma, da tutte le parti. Я постоянно терялся на улицах Рима и вообще во всех местах. Ero smarrito, si dice. Говорится, что я был, я не мог, я был disperso, что я постоянно терялся, что я не мог найти дорогу. E questa sera incredibilmente, da molti anni che non lo proiettavo, mi sono di nuovo perso. Я уже очень давно не показывал этот фильм где-либо, и вот как ни странно, сегодня снова случилось, что я потерялся. Scusate. Vogliamo vedere se qualcuno ci vuole delle domande? У кого-нибудь есть вопросы? Можно. Рассматривая ваш фильм первый раз сегодня, я вспомнила какие-то русские произведения о лишнем человеке. Это, например, наш Пушкин, Евгений Онегин. Там была затронута тема лишнего человека, такого последнего героя. И даже Лермонтов, кто-то мне поможет, как у Лермонтова произведение «Герой называлось»? Нашего времени. «Герой нашего времени» Лермонтова. Совершенно верно. И это я расценила, что это тоже какой-то современный герой, но итальянской культуры. Классический, наоборот, классический. Классический, да, но в Италии. А у меня вопрос лично к вам. Вы читали какие-то наши русские произведения про лишнего человека до того, как сняли этот фильм? Спасибо. Сейчас ей надо еще перевести. Ну, конечно. Sì, ho letto sempre molto spesso la letteratura russa. Да, я много чего читала из русской литературы. È impossibile farne a meno. Без этого невозможно обойтись. Succede molte volte che uno fa dei film in un momento della sua vita. Очень часто случается, что ты снимаешь фильмы в определенный момент своей жизни. E in quel momento non è esattamente poi quello che succede negli anni dopo. И этот момент совсем не похож и никак не пересекается с тем, что случится в последующем. E oggi forse questo film è più attuale di quando io l'ho fatto. И так получилось, что, возможно, сегодня этот фильм, который вы посмотрели, более актуален, чем в тот момент, когда я его снял. In questo momento tutto il mondo è in crisi in maniera globale, si dice. Сейчас мы говорим, что весь мир переживает кризис. E tutti cercano di salvare la propria vita. И все пытаются сохранить, спасти свою собственную жизнь. È molto difficile con quello che succede intorno a noi. Очень сложно с тем, что случается вокруг нас. Ma noi abbiamo il compito di provarci, salvare le nostre vite. Но наше главное задание постараться сохранить нашу жизнь, спасти ее. Perché se salviamo le nostre vite, forse riusciamo a creare una situazione in cui molte vite vengono salvate. Потому что если нам удастся спасти свою собственную жизнь, тогда, возможно, нам удастся создать такую ситуацию в мире, обеспечить такую ситуацию, чтобы были спасены жизни других, многих людей. La mia idea di cinema è un cinema di grande ricerca di verità, non di realismo, di verità. Моя концепция кино, как я его вижу, это постоянные поиски реальности. E la verità è fatta. Реальности и правдивости. E la verità è fatta di molte cose, è fatta di quello che abbiamo intorno a noi, di quello che abbiamo dentro di noi, di quello che sono gli altri, del rapporto con gli altri. La verità è un rapporto di conoscenza con il mondo. И правдивость – это то, что есть в самих нас, то, что есть вокруг нас, то, что мы видим в людях, с которыми мы общаемся. Так что это то, как мы знакомимся с миром и с людьми, которые нас окружают.
E questo è sempre l'obiettivo dei miei film quando racconto una storia, che faccio sia finzione sia documentaria. Я снимаю как документальные фильмы, так и художественное кино, и цель, которую я преследую в своих фильмах, как раз состоит в этом – показать правдивость. I miei personaggi sono come me, che si perdono e poi hanno bisogno, fanno di tutto per arrivare in tempo e trovare una soluzione. Персонажи моих фильмов, они словно я сам, они теряются и потом делают все, чтобы успеть найтись и прийти в нужное место к нужному времени. Скажите, пожалуйста, вот вы являетесь автором сценария, режиссером и сыграли главную роль в фильме. Насколько фильм биографичен? Насколько вы в нем сами, кто вы есть? И второй вопрос. У вас там была сцена у фонтана Тьерри знаменитая. Это такая параллель с фильмом Феллини «Сладкая жизнь» и Марчелло Мастрояни. И совсем маленький вопрос. Счастливый вы ли человек и что для вас абсолютное счастье? Спасибо. Хороший вопрос. Начнем с третьего вопроса. Sì, qualche volta sono felice. Да, иногда я счастлив. Quando riesco a fare qualcosa che mi sembra così che tutto funzioni, sono felice. Когда все вокруг меня работает так, как нужно, я счастлив. Ma il mio obiettivo non è sempre la felicità. Но это не цель моей жизни все время быть счастливым и стремиться к счастью. Ma cercare di stare nella vita con tutto quello che io sono. А жить со всем тем, что я из себя представляю. C'è uno scrittore italiano che ha scritto un libro bellissimo, si chiama Cesare Pavese, lo scrittore, il libro è Il mestiere di vivere. Итальянский писатель Чезаре Павезе написал прекрасную книгу, которая называется «Как жить». Per me la felicità è riuscire a fare bene questo mestiere della vita. И для меня настоящее счастье – это прожить свою жизнь правильно, научиться жить ее. La seconda domanda, sì, è la dolce vita di Fellini. По поводу второго вопроса, который касается фильма «Сладкая жизнь» Феллини. Perché se voi andate in giro per Roma, in qualunque posto andate, in un ristorante, in un bar, in un luogo, tutti dicono qui c'è stato Fellini. Если вы окажетесь в Риме и пойдете в любой ресторан, бар, в любой угол Рима, то это будет место, про которое можно смело сказать, оно связано со сладкой жизнью Феллини. Anche se non è vero. Если это даже не всегда правда. Ma sicuramente alla Fontana di Trevi Fellini c'è stato. No, разумеется, с фонтаном Треви Феллини связан очень сильно. Ed è un omaggio a un immenso uomo di cinema italiano. И да, можно сказать, что это дань и чествование этого величайшего представителя итальянского кинематографа. Che è riuscito a mettere insieme, diciamo, l'altro, il cielo e la terra. Которому удалось соединить вместе небо и землю. I sogni e la realtà. Реальность и мечты. Феллини riuscì a essere veramente tante cose insieme. Феллини удавалось соединять вместе огромное количество вещей. E quindi quelli che siamo venuti dopo di lui siamo obbligati a citarlo. Поэтому нам, тем, кто пришел и работает после Феллини, нам приходится принимать это. Prima domanda era a biografичность. А сей аутобиографика. Sì e no, sì e no. Первый вопрос касался того, автобиографичный фильм или нет, скажем, и да, и нет. Quando faccio un film, quasi sempre, se faccio l'attore o non lo faccio, anche come regista cerco di entrare completamente dentro il film. Всегда, когда я создаю свои фильмы, вне зависимости от того, играю я сам в них или нет, я всегда пытаюсь полностью погрузиться в фильм. Perché penso che bisogna vivere la storia che si sta raccontando. Потому что я считаю, что нужно прожить эту историю, которая создается и рассказывается в фильме. Con attenzione, sennò è pericoloso. Но внимательно к этому относиться и осторожно, потому что в противном случае это может быть опасно.
Ed è vero che in quel periodo vivevo una situazione in cui non capivo quello che succedeva intorno a me, avevo delle crisi di panico, cercavo di conoscere il mondo e trovare una soluzione per il mondo. Да, можно сказать, что в тот момент я не очень понимала, что происходит вокруг меня. У меня был своеобразный кризис, жизненный кризис, и я пытался понять, куда я иду и что происходит. In questo film ho messo questo, ho messo l'amore che ho per esempio per gli operai, no? C'è questa morte sul lavoro. И в этот фильм я как раз вложил вот это, свою жизненную ситуацию, но также свое прекрасное отношение к рабочим, потому что вы видели, что в фильме очень большое внимание уделяется рабочим, стройке. Risolvere le crisi sentimentali, le crisi mistiche. Я говорю в фильме про то, как можно перейти, как можно преодолеть разные типы кризиса. E alla fine di questo film e poi forse anche dopo, fino ad oggi, da questo film ho capito che le risposte non ci sono. И потом уже, когда фильм был создан, в течение многих лет я думал над ним и сегодня тоже и понял, что ответов на мои вопросы нет. Bisogna avere il coraggio di stare nella vita. Надо подходить смело к жизни. Anche quando la situazione è molto difficile. И принимать тяжелые ситуации с достоинством и смело. E fare in modo di essere sempre protagonista della propria vita, non lasciare la propria vita nelle mani di nessun altro. И пытаться все время быть главным героем своей жизни, не пускать жизнь на самотек. È una battaglia difficile, ma si può vincere. Это очень сложно, но можно в конце концов одержать победу. По вашей задумке, главный герой был счастлив, когда спасал и помогал той девушке, или все же, когда оказался в раю, если я, конечно, правильно поняла концовку фильма? Il paradiso è un bel posto, ma chissà c'è il paradiso, non lo so. Ma non sappiamo se esiste il rai. Speriamo. No, ci sono dei momenti della vita in cui un incontro può sembrare risolutivo. В жизни есть такие моменты, когда встреча, какая-то случайная встреча, может казаться вам важной. E quel momento è molto bello. И этот момент он прекрасен. Perché sembra che tutto funzioni, quindi uno è felice, contento. Потому что ты тогда чувствуешь себя счастливым, ты рад, и тебе кажется, что все идет хорошо. Ma poi comincia il lavoro di vivere. Но потом начинается настоящая жизнь или труд, с которым мы эту жизнь проживаем. E nelle vite delle persone ci sono tante cose. И жизнь человека, она состоит из огромного количества составляющих. E non sempre è possibile che si incrocino, no? Не всегда они между собой пересекаются, эти составляющие. Si può essere felici incontrandosi per un attimo in una storia d'amore, per esempio. Можно почувствовать себя счастливым, встретившись с кем-то на один миг, например, когда мы говорим о любовных историях. Si può essere felici vivendo una lunga storia d'amore. А можно чувствовать себя счастливым, когда вы находитесь в долгих отношениях? Dipende dalla relazione. In questo mondo non siamo soli, ma abbiamo bisogno degli altri. Это зависит от типа отношений, потому что в этом мире мы не одиноки, мы всегда чувствуем необходимость в других людях. E qui dobbiamo essere fortunati di incontrare le persone giuste. Поэтому нам это настоящее везение, если мы встречаем правильных людей на своем пути. Io dopo molto tempo, quando ho incontrato la mia psicanalista giusta, per un po' di tempo sono stato molto tranquillo e beato. Когда я наконец встретил моего психоаналитика, которая была та самая, я на какой-то момент чувствовал себя счастливым.
Però qualche volta sono felice anche per piccole cose. Questa mattina c'era un cielo, una luce meravigliosa, nonostante facesse freddo, nonostante era difficile muoversi per la città, ma la luce di San Pietroburgo questa mattina era veramente una bellissima luce. Иногда мы радуемся и простым вещам. Например, сегодня утром я в Петербурге увидел потрясающий свет. Я посмотрел на небо и удивился, хотя было очень холодно и было сложно передвигаться по городу. Но благодаря этому свету на несколько часов я был счастлив. Siamo costretti a interrompere perché inizia il film, però ci presentiamo all'altra sala dove ci sarà il prossimo film e dove poi ci sarà ancora le domande con il pubblico. Sì. Grazie. Спасибо большое. Мы должны переходить в другой зал, где будет показан следующий фильм. Grazie. Там также будет встреча, можно будет.